Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалея. Глядіть у гэтым випуску. Сьогодні розпочався візит у наш регіон представників акредитованих у Білорусі дипломатичних місій. Мета – ознайомиться з реалізацією ініціатив по соціально-економічному розвитті потерпілих регіонів. Новая вытворчасць, працоўныя месцы, ўзровень заробкаў. Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Александр Турчын сёння сустрэўся з працоўным калектывам у карме. Мары спраўджваюцца, дзеці з сем'яў бежанцаў і перасяленцаў, для якіх наша краіна стала другой радзімай, атрымалі падарункі да новага навучальнага года. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Ускладанне кветак да помніка смутку, азнаямленне з рэалізаванымі міжнароднымі праектамі і наведванне палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Сёння пачаўся візіт у Гомельскую вобласць прадстаўнікоў акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місій. Мэта паездкі – абмеркаванне шляхоў сацыяльна-эканамічнага развіцця пацярпелых тэрыторый. На аб'ектах Хоніцкага района пабываў Олег Сінцюроў. Гэта ўжо традыцыя. Дэлегацыі, якія прыязджаюць у Хонікі, абавязкова складаюць кветкі да помніка смутку. Пасля чарнобыльскай катастрофы ў раёне спынілі існаванне каля 50 забруджаных вёсак. У цэлым па Беларусі 479 населеных пунктаў, адселена 133 тысячы чалавек. Яшчэ каля 200 тысяч пераехалі ў іншае месца самастойна. Завод па вытворчасці сыроў у Хоніках пабудавалі ў 1984, але пасля чарнобыльскай катастрофы закрылі. У пэўным сэнсе гэтая вытворчасць адлюстраванне шляху, які прайшоў раён за апошнія 35 гадоў. Спачатку вялікія планы, потым шматгадовая разгубленасць, рэабілітацыя і цяпер развіццё. У 2014-м цяпер ужо на палескім участку акцыянернага таварыства «Мелкавіта» рэалізавалі інновацыйны праект. Пры гэтым частка абсталявання была набытая ў рамках міжнароднай фінансавай дапамогі. Вынікам стала новая вытворчасць па перапрацоўцы сыроваткі, якая раней лічылася адходам. Цяпер завод можна назваць не толькі сучасным, але і экспартна арыентаваным. За 8 месяцев 2018 года было произведено 960 тонн сухого цельного молока, из них 89% ушло на экспорт. Экспортные страны – Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Саудовская Аравия. Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік – тэрыторыя, закрытая для турыстаў. У некаторых мясцінах узроўні радыяцыі перавышаюць дапушчальныя больш як у 1000 разоў. Разам з тым, поўнасцю чалавек гэтую тэрыторыю не пакінуў. Тут вядзецца актыўная навукова-даследчая работа, у тым ліку з прыцягненнем замежных вучоных. Пчолы ў запаведнікаў у пэўнай ступені ўдзельніца навуковых эксперыментаў. Вучоныя вырашылі пацвердзіць ці абвергнуць распаўсюджаную думку аб тым, што пчаліны мёд заўсёды чысты. Вось тут, у Бабчыне, гэта сапраўды так. Але бліжэй да Чарнобыльскай атамнай станцыі сітуацыя кардынальна змяняецца. Атрыманы там мёд самі вучоныя назвалі радыяцыйнымі адходамі. Дапушчальныя ўзроўні былі перавышаны ў трыа. Сёння на тэрыторыі палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка рэалізуецца праект па будаўніцтве прыкладна 30 вежаў, на якіх будуць знаходзіцца спецыяльныя прыборы, што дазволіць поўнасцю кантраляваць радыяцыйную пажарную бяспеку на гэтай тэрыторыі і пры неабходнасці аператыўна прымаць меры рэагавання. Яшчэ адзін праект – стварэнне ў запаведніку міжнароднага навуковага цэнтра, але яго рэалізацыя пакуль ідзе не вельмі актыўна. У прошлым году праводзілі савещанне. Гэта как бы первый шаг был к созданию міжнароднага цэнтра. Пока мы только создали международную лабораторию, которая занимается этим вопросом. Рабочий со встречи министра по надзвычайных ситуациях Беларуси Владимира Ващенки и резидент-координатора представительства Организации Объединенных Наций в нашей стране Ианы Казанова-Вишневецки подчас этого визита надается особливое значение. Белорусские вартовальники и ААН – давние партнеры, а ситуация изменяется, заявляются новые глобальные выклики, на которые необходимо реагировать. Для сотрудничества тут широкая сфера от радиационной до промысловой безопасности. У Организации Объединенных Наций нашу Украину вовсе разглядывают как глобального партнера. Подчас встречи Яна Казанова-Вишнявецкі каже об новом проекте, який планується реалізувати у Білорусі, і він буде накерований на підтримку предпринимальників, які працюють у аграрному секторі. Кошт проекту 7 мільйонів євро. Плануємо початок реалізації кінець гэтага чи перші місяці наступного року. Малих і середніх підприємств на местном уровне, не только в чернобыльских, так званых чернобыльских регионах, пострадавших от чернобыльской катастрофы, это есть проект общий для всей страны, но мы будем обращать особенное внимание на территории, где такая поддержка наиболее нужна. Я думаю, что здесь у нас есть много примеров того, что можно сделать, и найдутся такие предприятия, которые будут подавать свои заявки. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Хоніцкий район.
Информационно-пропагандистская группа на чале с первым наместником премьер-министра Беларуси наведала Кармянский район. Александр Турчин встретился с коллективом филиала номер 2 открытого акционерного товариства «Речицкий текстиль», а так само ознакомился с предприемством. Об чем и шла размова, ведает Максим Савин. Для Кармы филиал номер 2 открытого акционерного товариства «Речицкий текстиль» – предприемство важное, можно сказать, валостворающее. Зараз тут працуют 70 человек, вырабляют марлю для потреб головного предприемства, а так само швейную и текстильную продукцию. На початку 2017 года в филиале завершили модернизацию, якая коштовала больше за 2 миллиона долларов. Побудовали новый цех и котельню. Еще одно вытворчее помешкание капитально отремонтовали. Правда, модернизация кранулась только самих цехов, а не их начинья. На того же филиал працуя покуль не на полную могутность, а это, вядома, отбивается на заробках. Средний показчик на предприемстве крыху больше за 400 рублей. Первый вице-премьер ознакомился с ситуацией и поставил конкретную задачу, но самый худкий час представить пропановы по развитию филиала и выйти на средний по Кармянским районе уровень заробков. На данный момент это амаль 620 рублей. Никакого чувства удовлетворения от посещения этого предприятия у меня нету. И понятно почему. Сегодня вложены значительные государственные средства. Но предприятие не вышло ни на нормальные объемы производства, ни, к сожалению, не достигло нормального уровня оплаты труда. Задача, которую мы сегодня поставили, и руководство района, области, концерна, оперативно сделать и принять решение. Бизнес-план, который сегодня позволит максимум 1 июля 2019 года наладить нормальный объем производства, обеспечить рентабельную работу, эффективность работы и, как следствие, достойный уровень оплаты труда занятых здесь работников. На Речицком текстиле у процессе распроцовки зараз находится проект по организации вытворчести нового для предприемства продукта – гладкофарбованных махровых выработок. Кармянский филиал станет часткой вытворчего ланцужку. Филиал на сегодняшний день имеет крепкую производственную базу кадровую. Производственные помещения мы видим новые, красивые, замечательные, но на сегодняшний день здесь не хватает именно технологической части. Вот. И тот проект, который мы сегодня делаем, он направлен на то, чтобы мы дооснастили Кармянский филиал технологическим оборудованием и параллельно установили дополнительно отделочное оборудование у нас в Речице для того, чтобы выпускать махровые полотенца, гладко крашеные, однотонные, будем их так называть, более качественно и на уровне современной технологии. Подчас встречи с коллективом филиала Александр Турчин отказал на шматликие пытания. Яны тышились пенсийного законодавства, жилево-коммунальной господарки, а так само перспектив развития Кармянского района. Тут, по словам первого вице-премьера, важную роль отыгрывает малый и средний бизнес. У невеликих регионах он может стать головным поставщиком працовных мест и поступлений у бюджет. Основной потенциал, я об этом уже неоднократно говорил, это развитие малого и среднего бизнеса. Мы сейчас в правительстве думаем, какие могут быть еще системные меры вот для таких регионов нам необходимы. Налогового характера, иных каких-то вещей. То есть для того, чтобы дать еще раз стимул развитию именно малого и среднего бизнеса, который должен стать генератором рабочих мест. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Кармы. Мары дзяцей бежанцаў. Дзякуючы акцыі па такой назвай, школьнікі, сем'яў бежанцаў і перасяленцаў атрымалі падарункі да пачатку навучальнага года. Падчас урачыстай сустрэчы ў Чырвоным крыжы іх перадалі 20 хлопчыкам і дзяўчынкам. Блакітныя ранцы для ўсіх аднолькавыя, а ўнутры індывідуальны набор падарункаў. Самае цікавае, што дзеці самі пісалі лісты з пажаданнямі. Нехта захапляецца маляваннем, іншыя спортам. Зразумела, вельмі дарагія рэчы купіць не атрымалася, але арганізатары імкнуліся задаволіць як мага больш дзіцячых мару. Гэта і ролікі, прафесійная ракетка, і набор для мастакоў, футбольны мяч, і яшчэ шмат розных падарункаў. Знайсці сродкі здолелі не толькі дзякуючы прадпрыемствам і арганізацыям спонсарам. Упершыню ў зборы прымалі ўдзел усе неабыякавыя людзі. Такі праект ажыццявілі для дзяцей з кожнага рэгіёна Беларусі. Але школьнікі з Гомеля сталі першымі, хто атрымаў доўгачаканыя подарунки.
Напередодні урочистого открытия 9-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод» у Гомеле презентовали скульптуру «Маленькая балерина». По задумке автора Владимира Андреянова, композиция символизует мкнение развиваться, рухаться вверх, покарать новые творшие вышини. Бронзовую танцорку усталявали для увахода у дитячую хореографичную школу мастерства. Девчина у пуантах что день будет сустракать навученцев и педагогов. Разом со скульптурой школа набыла и новый девиз. Цитата прогучить у завершения церемонии открытия Сожского карагода. Эта фраза «И будет жизнь наполнена тогда, шагая в завтра, оставляйте след вчера». Это как символ, как основа основ будущему стремления творить, жить и наслаждаться. По словам директора школы, скульптура балерины – только початок творчей задумки. У планах створить по улице 50 год БССР бульвар сучасного мастерства. Храм мудрости учора, сегодня, завтра. Сторонки истории Гомельской областной библиотеки. Книгу под такой назвой створили до 90-годового юбилею установы и ее супрацовники и урочисто презентовали. До своей солидной даты библиотека прошла нелегкий шлях. Были досягнения и складанности. Установа пережила войну, потом отраджалась. Лёс Ленинки, так пяшчотно и больше звышно называют библиотеку гомельчане, это люди, супрацовники библиотеки. Какие керовники, навуковцы, письменники, читачи. Многие из них нашли свое место на сторонках книги. На презентации выдания артисты Народного театра «Граки» у театрализованной форме адлюстрировали самые важные историчные подеи и этапы становления и развития областной библиотеки. До речи, установа за опошние десятигодия двойчи была означена керовництвом в области как переможца у номинации «Лепшая культурно-осветницкая организация» и занесена на областную дошку гонору. Вклад в ее создание есть и каждого сотрудника, ныне работающего в Гомельской областной библиотеке, потому что все, начиная от разработки концепции этой книги, продолжая наполнением книги, заканчивая техническим оформлением, дизайном, изучением компьютерных программ специальных для того, чтобы эта книга получилась красочной и интересной, это все нынешние сотрудники нашей Гомельской областной библиотеки. Здесь есть вклад и людей, которые оставили в этой библиотеке частичку себя, частичку своего тепла, своего профессионализма. Это наши ветераны библиотечного дела. Это наши замечательные директора, которые возглавляли библиотеку в разные годы непростой ее истории. И это, конечно же, наши читатели. Святочные мероприемства у ленинцы протягиваются. А у всех запрашивают на «Ночь классиков», «Ночь у библиотеки 2018». Живая история краины. Завтра у Гомеля открыется юбилейная выстава Белорусского телеграфного агентства «Имгненні стагоддзя». Пляцовка для экспозиции станет зала кинотеатра «Имя Калинина». Экспозиция адлюстроит основные вехи у истории краины с 1918 года по теперешний час. Здымки, на яких адлюстрованы самые розные подеи, склали яркий и выразный портрет Беларуси и белорусов минулого стагоддзя. Экспозиция расповедает про непростый лёс краины у годы Великой Айчинной войны, обновление с руин, подеи сусветного значения. На здымках представлены основные спортивные, культурные, промысловые объекты. И, вядома, у центра уваги сами белорусы, вядомые особы и звычайные люди, добросумленные працовники, знавцы своей справы. Фотовыстава почала подороже по Беларуси у червени этого года. У каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами с историей конкретного региона. И мгнение стагоддзя уже убачили у Гродні, Витебску, Бресте и Минску. До конца года яна наведае усе областные центры. Имя Полесской прыгажуні стане вядома 22 верасня. Конкурс прыгажосці адбудзецца ў Ляскавічах падчас фестывалю «Кліч Палесся». Дзяўчатам трэба будзе прадэманстраваць свае навыкі і таленты, інтэлектуальныя, харэграфічныя і мастацтва дэфіле. Дарэчы, пазнаёміцца з удзельніцамі можна ўжо зараз. На сайте «Крыштальнай німфы» праходзіць онлайн-галасаванне, у выніку якога будзе вызначана пераможца ў намінацыі «Прыз глядацкіх сімпатый». Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры «Дэфакта» і «Спартыўны агляд». А я з вамі развітваюся, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 6 нелегальных ружей, 1,5 килограмма пороха и около километра сетей. В Лельческом районе правоохранители нашли тайник в домовладении жителя деревни Убродская Рудня. Госинспекторы вместе с сотрудниками милиции заглянули к мужчине с проверкой. Имелось подозрение, что сельчанин может незаконно хранить в доме ружье. Но такой находки правоохранители не ожидали. Хозяин смастерил настоящий тайник в уличном туалете. За двойной стенкой он прятал ружье, патроны и порох. На чердаке дома инспекторы обнаружили еще и запрещенные рыболовные снасти. 16 сетей общей длиной 920 метров. Мужчина уже один раз попадался за хранение незарегистрированного оружия. Тогда он отделался штрафом. Но милиция решила не упускать нарушителя из виду, и не зря. Учитывая весь найденный арсенал и тот факт, что дом сельчанина находится на краю леса, можно предположить, что тут имело место браконьерство. Сейчас ему грозит наказание в виде штрафов по нескольким административным статьям. По факту незаконного хранения пороха решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А это уже гораздо более серьезная ответственность. Исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы. Служебная собака помогла найти около килограмма марихуаны. У оперативников имелась информация о том, что неработающий житель деревни Стрешин, что в Жлобинском районе, хранит на частном подворье наркотические вещества. Для поиска задействовали специалиста-кинолога. Собака Дора сначала обследовала дом, где в одном из тайников нашла уже готовую измельченную растительную массу, а затем вышла на улицу и обследовала сарай, где также обнаружили 2 пакета с стеблями марихуаны. Экспертиза показала, что все найденное вещество – это марихуана. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Что касается служебной собаки Дора, то она уже проходит службу вместе с сотрудником милиции 3-й год, специализируется именно по поиску наркотических средств и делает это весьма успешно. И к ситуации на дорогах региона. За прошедшие сутки зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы 2. Так, в Мозыре молодой водитель на Фиате сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшую доставили в местную больницу. А в Гомеле произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Ефремова 31-летний водитель байка врезался в Volkswagen Passat. Нюансы произошедшего выясняются. В результате столкновения пострадал только мотоциклист. В госпитализации он не нуждался. После осмотра медики отпустили мужчину домой. Статистика утверждает, что именно несоблюдение скоростного режима является основной причиной ДТП. Только с начала 2018 года на дорогах области из-за неправильно выбранной скорости произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий. В их результате 3 человека погибло, 48 травмированы. С 14 по 23 сентября на территории Гомельской области госавтоинспекция проводит комплексное профилактическое мероприятие «Скорость». Основное внимание сотрудников госавтоинспекции будет уделяться соблюдению водителями скоростных режимов, а также наряды госавтоинспекции будут максимально приближены к местам концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель». Продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Завтра стартует 21-й тур чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Первой в столице пройдет игра между Лучом и Минском. Основные поединки пройдут в субботу и воскресенье. Гомель вновь закроет программу тура. В понедельник зелено-белые на стадионе «Центральный» сыграют с Городеей, соседями по турнирной таблице. Хозяева на данный момент занимают 9-ю, а гости – 10-ю строчку. Стоит отметить, что обе команды пока идут без поражений во втором круге. В активе 4 победы и ничья, а потому игра обещает стать интересной. Правда, на обилие голов рассчитывать не приходится. Всему виной другой статистический факт. Гомель и Городея 3-ж встречались в рамках чемпионата Беларуси, и каждый раз была зафиксирована нулевая ничья. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» продолжает подготовку к субботнему матчу против СКА. Впервые игроки сыграют на домашней площадке. На счету подопечных Сергея Цыганкова в новом сезоне одно поражение и 1 победа. Напомним, в первом туре в гостях гомельские гандболисты крупно уступили соперникам из БГК 43-21. А во второй выездной игре добыли победу против молодежки 28-23. В Гомеле проходят Олимпийские дни молодежи по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. Соревнования выходят на финишную прямую. В них участвуют более 50 спортсменов региона. Каждый из них настроен очень серьезно, ведь, учитывая возраст, уже завтра
завтра ребята шагнут во взрослый спорт. И потому это последняя возможность зарекомендовать себя перед тренерским штабом. Лучшие, к слову, пройдут отбор на Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, которые стартуют в Пинске 24 сентября. Будет по одному человеку в каждом весе. В трех весах можно делать спарки, ну то есть брать два человека. Но если в каком-то весе берешь двоих, то значит в другом весе не едет никто. Финальные поединки пройдут завтра. Начнутся они в 11:00. Завтра также пройдет первенство Гомельской области по самбо среди юношей 2001-2002 годов рождения. Бои состоятся в зале Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств по улице Лепешинского, 9А. Начало в 10:30. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.